Добрый вечер. Огромное спасибо, что вы пришли. Видеть столько людей – огромная радость для меня. Как и, собственно говоря, огромной радостью является сотрудничество с прекрасным оркестром и прекрасным дирижером. А также мы должны сказать спасибо, опять же, Александру Веретенникову, потому что именно ему пришла в голову идея меня пригласить. И предложить мне написать некое специальное сочинение. Я не буду долго вас занимать, я просто буду говорить какие-то несколько слов по поводу каждого произведения. Наш концерт сегодняшний начнется с пьесы, которая называется «Весна в январе». Эта пьеса как бы стала плодом моих изысканий, некой стилистики, который подходит к личности и звуку прекрасного артиста Юрия Башмета. Это, собственно, был заказ для него, и премьера состоялась в Москве в 2004 году. И вот в этой пьесе я исследовал возможности какого-то такого гипертрофированного романтизма, который несет фигура и образ Юрия Башмета. Пьеса в связи с этим написана для альта и фортепиано с оркестром. На премьере играл также мой друг Алексей Любимов, знаменитый пианист. И, в общем, давайте мы послушаем эту музыку и пригласим на сцену солистов и дирижера. «Весна в январе» для альта и фортепиано с оркестром исполняет Дальневосточный академический симфонический оркестр, дирижер Антон Шниткин, солисты, заслуженная артистка Хабаровского края Юлия Павельева и Юлия Вакульская.
Thank you.
Далее в нашей программе прозвучат два вокальных номера. Надо сказать, что в моей музыке не так много вокальных партий, но тем не менее вот есть и они. В 2000 году в Москве при помощи Гёте-института был организован грандиозный такой проект под названием «Страсти по Матфею 2000». Ну, все знают «Страсти по Матфею Баха». Вот по модели, значит, этих страстей было предложено многим композиторам, поэтам сделать свое коллективное такое произведение. И в нем мне были доверены два номера, один из которых прозвучит в конце первого отделения, а сначала будет другой номер, я перепутал. Значит, мы сейчас будем играть «Голландию», ведь, да? Ага. Вот среди вокальных моих произведений есть еще одно, которое было написано при помощи и поддержке Алексея Любимова, пианиста, для некого проекта в Голландии. Голландская певица предложила мне на выбор несколько вариантов текста разных авторов, и вот очень хорошо легло на мое настроение и музыку стихотворение Иосифа Бродского про Голландию, то есть он так называется «Голландия, есть плоская страна». И вот для голландцев я написал эту пьесу, которая впоследствии вошла в мой компакт-диск. И еще впоследствии она была исполнена в Москве такой прекрасной молодой певицей Алиса Тен. Это, так сказать, наша любимица московская, которая поет очень таким ясным, церковным, таким каким-то голосом. И вот в данном случае мы опять же услышим мою пьесу, песню «Голландия» и приглашаем на сцену музыкантов. Голландия. Солистка, лауреат международных конкурсов, участница международных и всероссийских вокальных проектов Татьяна Сергеева, город Владивосток. Thank you.
Прекрасно. Браво. Спасибо. И вот сейчас мы переходим к последнему номеру нашего первого отделения. И прозвучит вот песня, которую я уже описывал раньше, «Душа моя» из этого проекта «Страсти по Матфею-2000». Стихи Елены Фанайловой, музыка моя. Душа моя, душа моя, душа моя, душа моя, душа моя, душа моя, душа моя. На этом закончилось первое отделение, небольшой антракт.
Дорогие друзья, мы продолжаем концертную программу «Мировая премьера». На сцене Дальневосточный академический симфонический оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Антон Шниткин. Я вновь приглашаю на эту сцену специального гостя нашего концерта, композитора Павла Карманова. Спасибо. Следующая пьеса – это заказ Петрозаводской филармонии для Петрозаводского оркестра, который я написал, вот когда случился коронавирус во время пандемии. И меня довольно конкретно попросили написать пьесу под названием «Белая ночь на лесном озере». Это было придумано не мной, но тем не менее вот я такую пьесу написал. Приглашаем дирижера. Thank you.
Thank you.
Спасибо. Спасибо. Далее будет номер. Один из таких, знаете, наиболее популярных моих номеров, потому что его заказал прекрасный виолончелист, наш знаменитый Борис Андрианов, для своего фестиваля «Вивачелло». И этой песне повезло, потому что Борис ее исполнял везде, и говорят, что даже здесь. Сейчас мы попробуем исполнить ее своими силами. Пьеса называется «Кончелло», то есть «с виолончелью» по-итальянски. И вот поприветствуем исполнителей и дирижеров. Кончелло. Солистка Марина Арькова. Thank you.
Thank you.
И в заключении нашего концерта, на закуску, скажем так, прозвучит такой опус, который и привел меня к вам сюда. Наш прекрасный Александр Веретенников мне заказал пьесу совершенно свободно, никаких комментариев от него не было, кроме того, что он сказал, что надо что-то повеселее. Я начал вроде как весело, потом посмотрел телевизор, и, в общем, как бы в итоге это все стало звучать каким-то угрожающим образом. Сейчас произойдет премьера, не судите строго, это сложная пьеса. И мы приглашаем на сцену прекрасного нашего друга-дирижера Антона Шниткина. Мировая премьера «Перпетум мобиле» исполняет Дальневосточный академический симфонический оркестр, дирижер Антон Шниткин, солист Александр Веретенников. Thank you.
Я еще должен сказать, что нам сегодня помогала прекрасная пианистка и играла во всех номерах. Это Юлия Вакульская. И позвольте я передам ей музыку. Спасибо, и все расскажу мне. Сочинение, написанного специально для нашего Дальневосточного академического симфонического оркестра и солиста Александра Веретенникова. Мы поздравляем вас и нас с премьерой. Завершается концерт публичного Дальневосточного академического симфонического оркестра. Мы благодарим вас за внимание и до новых встреч в концертном зале. Хабаровского филармонии. Спасибо.